Ничего себе! Вот это да! Вот это здесь фонтан. Ух ты, как высоко бьет! Кстати, представляете, здесь в туалетах в мегагрине газон на потолке. Удивительно. Милана, ты где? Милан, наш куда-то убежал уже. Так, все, мы сейчас идем на аттракционы. Милан, ты в магазин хочешь? Пойдем на аттракционы, пойдем? О, спиннер — самая продаваемая игрушка в мире. Ну что, динозавры, к сожалению, съехали, поэтому мы сейчас едем в парк аттракционов. Вот смотри, какая соска на качелях. Цветочки. И фонтан. Опа. А, каток здесь, посмотри. О, какая стильная мебель. Это пилюля. Лейкоциты, пилюля. А спиннер стоит 350 рублей. О, смотрите, тут можно спиннер даже купить. Но мы берем лизуна за 60. Дешево и хорошо. Смотрите, по будням можно кататься на всех аттракционах за 300 рублей. Красота. Милана, мы не платили за это. Пойдем? Еще сильнее, прыгай. Милана, улыбнись. Поедешь кататься на карусели? Так это у нас аттракцион называется «Летающие мячики». Дети от 105 до 130 сантиметров. Милана, ух ты! Открывай. Заходим. Ну что, мы сейчас поедем? Сейчас подождем всех пассажиров. К нам еще едут. Вау! Ну, уже высоко. Высоко, да, Милан? А ты смотри туда, в окошко сзади. Мы в бункере. Можем обсмотреть все. Тут есть, видите, американские горки справа. Там вон какие-то карусели. Ну, детям, к сожалению, Милан маленькая, не везде можно. Но мы где можно, везде сходим, да? Мы поехали! Поехали! Мама! Привет! И-ху-ху! Милан, снимаем рекламу Пепси. Милан, теперь реклама Честер. Так, а этот аттракцион у нас называется Ретромота. Да, бибика, сейчас поедем. Че, Милан, на Урал? Ну, садись за руль. Будешь меня катать, да? Так, Милан садится за руль. И папа в люльку. Дрынь, дрынь, дрынь. О, газуй. Ну что? Ты готова, Милана? Биби? Я тоже хочу побибикать. Биби? Тормоза. На Берлин! Let's make a run.
come together, I'll be by your side before we collide. And if the sky falls down on you, just beat it up before we collide. Let's make it last forever. I'm ready to fly before we collide. And when the sun don't shine on you, just hit. Пойдем. Можно вашу ручку? Так это у нас волшебная лавка. Сейчас будет волшебство. О, блин, на меня не налезет эта штука. Валь, ты не хочешь? Ух ты! Милана! Что, тебе понравилось? Да? Пойдем дальше искать. Пойдем с Несквиком сфоткаемся. Let's make a run together. Ну, Мелан, что, как тебе Несквик? Так себе, Несквик какой-то побитый. Планшет ему разбили. Букву Д разбили. Ужас. Так, это у нас трактор машинки, да? А, сафари. От 105 сантиметров. Милане можно уже. I'm always one step behind. Wishing I could read your mind, but I'm ready. Yeah, never ready. I wish I could have made it stop. The first time that you stood me up, I wasn't ready. Yeah. Never ready. Like a forbidden fruit, I'm still craving for, I'm still wanting more. Yeah, I don't get what to do, but still I want all of you. Oh, please, look in my heart, I'm a break, smiling like you take. А сейчас у нас аттракцион Мишки для детей, а вот 95 сантиметров. Сейчас Милана катается у нас на карусели. Милана! Дрын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Пипи. Давай, танцуй! А Милана с мамой тут отграбили банкомат. Посмотрите, сколько ленты. Как вам это удалось? Да, вот так. Что, будем менять игру? Милана, что-то страшное здесь. Это что-то опасное. Пойдем кушать, Милан. Вот все, что мы сейчас катались, это было за 300 рублей. Купили по акции 30 минут аттракционов. И можно также наличкой оплачивать, но за столько аттракционов за 300 рублей, это просто золото какое-то. Так что очень выгодно. Ну что, как тебе? Мы решили Бургер Кинге, потому что у нас там бонусы. У нас там 500 бонусов, то есть можем вообще бесплатно, да? Милан, занимай место. Занято на... Так, а мы с Миланой ждем кушать. Так, мы в Бургер Кинге, я взял себе сырный Джо. Тут у нас вот так он выглядит. Он типа сыр,
Котлета, ну, как обычно в Бургер Кинге, все стандартно. Так, тут у нас картошка, и посмотрите, какие сырные эти палочки, аж сыр текет, да? Да. А к ним идет это, что такое, брусничный соус. Ну, кстати, очень вкусный, и нам дали два. Почему-то, хотя мы один брали, да? У Вали World of Tank какой-то. Ну, подними, что там внутри. Ого, там соуса барбекю очень много. Ну что, можем подвести итоги. У меня сырный Джо понравился всем, да? И Вали мне очень сильно понравился. Ну, дороговато 200 рублей, да? Не, нормально, нормально. А Вален World of Tanks черный. Вале понравился, но мне показалось, что слишком булка толстая. То есть, ну, сухую съесть вообще нельзя. Барбекю много? Ну, то есть, среднячок, да? Сырный Джо, короче, вкуснее, если выбирать. Да, Милане очень понравился брусничный соус вот этот. О, вот этот брусничный соус. И сырный медальон. Он, кстати, сырный медальон у них очень вкусный, я всегда советую всем. Кстати, детям нормально можно дать покушать этот брусничный соус. Там в составе ничего такого. Ну, картошку детям нельзя, конечно, но чуть-чуть можно Милане. Так, а Милана пока у нас отдых, решила поиграть с этим лизуном, который мы купили. За 60 рублей, да? Да. А фикс прайс такой стоит 50. Ну, он хотя бы не стоит. Закинул я на карту 230 рублей, и сейчас будем...